Пасмурно. Небольшой ветерок. Осень. Мне очень нравится такая погода. Да и вообще, это мое любимое время года. Было. Я расскажу вам историю, которая случилась со мной прошлой осенью. Тогда были осенние каникулы, и меня отправили к бабушке на дачу. Бабушка живет в 2 часах езды от города, около леса. В деревне очень красиво. Мы с бабулей обожаем там гулять. Сейчас в лесу как раз много грибов. Будет очень весело. Подумал я, когда папина машина подъезжала к бабушкиному дому. Я еще не знала, что меня ждет. Майя, наконец-то вы приехали. Я так давно тебя не видела. Ты так выросла. Невеста уже. Бабушка встретила меня с объятиями. Папа не стал долго сидеть и поехал обратно почти сразу, оставив меня тут на неделю. Бабуля, я скучала, как дело, что нового? Сразу стала интересоваться я. Это я должна спросить у тебя, у нас ничего не меняется, хотя... Бабушка помедлила, нет нечего. Она как-то странно улыбнулась, мне не понравилась эта улыбка. Но я не стала на этом зацикливаться. У меня все отлично, в школе хорошо. Вот и отлично. Ладно, заходи в дом, сейчас будем обедать. Ты совсем исхудала. Бабушка, как всегда, лишь бы меня накормить. В моем возрасте, 15 лет, я вешу маловато 48 килограммов. Так сказал врач. Хотя мне кажется нормально. Я ведь невысокого роста, 158 сантиметров и по телосложению хрупкая. Молодец. Все съела. Хвалила меня бабушка после большой тарелки супа, которую она мне дала на обед. Суп очень вкусный. Но я объелась сейчас, передохни и можешь пойти прогуляться, пока нет дождя. Хорошо. Спасибо, бабуль. Я пошла в комнату, которая находится на 2-м этаже, и уселась на свою 2-местную кровать. Делать было нечего. Я посмотрела на журнальный столик, который стоял недалеко от кровати. На нем лежала газета. Я взяла ее. Меня сразу же привлекла заметка с фото. Эта газета была недельной давности. В той заметке крупным шрифтом было написано: «Внимание! Внимание! Пропала девочка. Имя Марина, возраст 13 лет, рост 150-го, среднего телосложения. Одета была в ветровку, серые джинсы и черные кеды». Таких записей было несколько. В каждой говорилось о розыске детей. Меня это смутило, и я сразу вспомнила ту бабушкину улыбку. Возможно, она не хотела меня пугать, поэтому и не рассказала об этом. Через 15 минут я спустилась на 1-й этаж, и бабушка стала поить меня чаем. Вот, пирожки. Кушай, она поставила на стол тарелку с булочками с разной начинкой. Я съела только один пирожок и отправилась гулять. На мне была одета ветровка. Синие джинсы, серые кеды. Свои каштановые волосы я убрала в конский хвост. Гуляла я около леса, там очень красивый вид. По дороге я встретила Иру, мою подругу с детства, ей 15, как и мне. Она была какой-то грустной. «Майя, давно не виделись», — крикнула она мне и подошла ближе. «Привет». «Да, давно. Ты тут тоже на каникулы?» — спросила я. «Да. Сейчас иду домой обедать, а ты?» «Я только что обедала. Вот решила прогуляться до леса». Тут лицо Иры переменилось, она нахмурилась. «Только не ходи в лес. Ты уже слышала о пропавших детях? Все они исчезли в лесу». «Правда?» «Да, я уже слышала, но не знала, что дети пропали именно в лесу. А из-за чего?» Ира наклонилась ко мне и прошептала из снега. «Кого?» — переспросила я. Но Ира не ответила. Она сказала, что ей пора, и убежала домой, еще раз предупредив не ходить в лес. Теперь мне стало еще любопытнее. Я решила вечером за ужином спросить про лес у бабушки.